Тот шнион, будем нажимать газ в пол. Вот у нас обороты, у нас температура, вот у нас показания мапа. Здесь у нас максимум и минимум изменения мапа за один цикл двигателя 720 градусов. Соответственно, вот мы нажимаем газ в пол, и у нас максимум изменения 500 килопаскалей, 50 значит килопаскалей, 48, максимальное изменение в минус 25. Можем сейчас сделать это еще разик. Мы можем это сбросить, к сожалению, вот здесь вот. Теперь, значит, заново. В углу у нас красный датчик, это все еще давление. Сверху два датчика, это максимум и минимум изменений. Мы эти значения сбросили. Вот на просто ровно работающем двигателе значение 0,5, минус 0,2. Вот я нажал газ в пол. Видно, что максимальное значение поменялось достаточно быстро. Минимальное значение с небольшим запаздыванием. К сожалению, сброс у нас вручную. Консоль у нас отключилась. Так что вот для этого теста. Но вот еще раз, чтобы просто послушать. Не знаю, уж слышно или нет. Сейчас сделаю еще раз. Вот так вот это сейчас звучит.